сотни детей и подростков будут учиться в этой школе, будут воспринимать ее как родной дом, и она воспитает множество будущих талантов. Всех поздравляю с этим замечательным, очень важным для Заречья событием. Поздравляю. В Заречье состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы в основании строящейся школы на 600 мест. Разрешение на ее возведение выдано Министерством жилищной политики региона. Застройщик построит социальный объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Вложить послание в капсулу и торжественно отправить ее в основание будущего здания. У нас дома жилые растут вместе с социальными объектами. То есть, когда этот дом будет заселен, когда будет заселен микрорайон, уже будет готовая школа. В четырехэтажной школе расположат учебные кабинеты, классы с лабораториями, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, актовый и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, библиотеку с двумя читальными залами и медиатекой. Также в здании предусмотрен собственный пищеблок, столовая на 312 посадочных мест, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. А на огороженной территории образовательного учреждения обустроят площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Конечно, строительство новой школы позволит разгрузить существующую Зареченскую школу и снимет вот эту социальную напряженность, связанную с нехваткой места, с перенасыщением классов. Вот. Это очень хорошее дело. Планируется, что образовательное учреждение в Заречье откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года. Помимо школы на 600 мест, здесь также построят детский сад на 210 мест, поликлинику на 300 посещений в смену и многоуровневую парковку. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».